хочу вам показать. Вот меня угостили красной рыбкой нашей северной. Поймали в озере. Вот такая рыба у нас тут водится. Ну, не в каждом озере, естественно. То, что ближе к городу, там нет такой рыбы. Там окушки, там такие рыбки. А это вот именно красная рыба, она водится где подальше. Это палья, по-моему, если не ошибаюсь. Потому что голец выглядит немного по-другому. А может и голец? Нет, по-моему, не голец. Вот у нее самое красное такое мясо. А вот у гольца прям вообще красное-красное мясо. Очень полезное. Вот это вот кумжа. Я точно уже знаю, что это кумжа. Тоже у нее мясо такое розовое. Ну, не такое уж прям красное. Она как-то поплотнее сама рыба. Вот такая у нее вот слизь на коже. За счет этой слизи она проплывает между камнями. Здесь же камней много на севере. Но это так должно быть. Я ее промывала много-много раз. Эта слизь не уходит. Ну, так должно быть. Это ничего страшного. Вот я уже муку приготовила. Сковородка у меня же с маслом стоит. Сейчас буду жарить ее, эту рыбку. Это такая вкусняшечка. И она когда жарится, мне так нравится, как она пахнет. Тут бывает, идешь по подъезду, кто-то рыбу жарит. Противно-противно воняет. А вот именно вот эта рыбка, она прям... Такой запах у нее прям вкусный-вкусный. Ну, так, сейчас, ну, хоть чуть-чуть для видео покажу, как я ее жарю. Хотя это, конечно, известный процесс. Обваляю в муке. Муку я подсолила. Иногда я саму рыбу солю, иногда муку. Вообще, вот эта рыба мне почему-то нравится, когда она недосоленная. Не знаю, как-то вкус лучше ощущается, что ли. Как-то вкусно. И в маслице. До этого в этой сковородке я жарила лук, вот он немножко остался. Ну ничего, еще и вкуснее будет. Ну и так со всеми рыбками. Можно, конечно, порезать на кусочки, но мне нравится, когда целая рыбка. А ее можно жарить без муки. Она не прилипает к сковородке тогда. Даже если без муки. А я все равно с мукой жарю. Привычка такая. А хвостик самое вкусненькое. Ну, жареный когда. Хрустящий хвостик. Не стала я мелочиться, решила всю сразу рыбу на сковородку положить. Конечно, она прям плотничком получилась. Ну ничего, прожарится. Потому что мне потом следом еще нужно будет котлетки жарить куриные. Поэтому я не хочу долго этим заниматься. Ой. Масло закончилось. Поэтому новое открываю. Чуть-чуть еще добавлю. Ну все, пусть рыбка жарится. Перевернула я рыбку, все нормально, она перевернулась, рыбки все отдельно, не слиплись.
Вот готовая рыбка. Хвостик хрустящий. Смотрите, у нас северное сияние. И его видно, как красиво.